Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас страйкбольный автомат от компании GG TR4SQB-R6mm. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией GG. Боевым прототипом является штурмовая винтовка М4А1. Модель относится к категории электропневматического страйкбольного оружия, источником энергии в котором выступает никель-металлогидридный аккумулятор, устанавливаемый в отсек приклада. В данной модели установлен гирбокс второго поколения и система подкрутки шариков Hop-Up, а также здесь предусмотрели Blowback. В комплектацию товара входит один цели, который у меня уже установлен. Далее я здесь наблюдаю одну тактическую ручку, вот такую защитную крышечку, которая устанавливается на планку Вивер, один шомпол и, конечно же, документация на языке производителя. Корпус выполнен из металла, а все остальное из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему автомату в районе 2 кг 800 грамм. Из прицельных приспособлений все по классике, я наблюдаю мушку и, конечно же, целик. Тип ствола будет, естественно, гладкий. Общий размер автомата 795 мм, из них 270 – это длина ствола. На верхней части корпуса и на цевье мы видим планку Вивер 22 мм, куда можно установить дополнительное тактическое оборудование. В данной модели предусмотрен телескопический приклад, а также я наблюдаю антабки, чтобы повесить на них ремень. Предохранитель расположен на левой части корпуса и выполнен в форме переключателя, и тут мы сразу видим, что огонь можно вести как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Стреляет автомат пластиковыми шариками калибром 6 мм, а в бункерный магазин вмещается 450 штук. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 130 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Если говорить проще, для покупки данного образца не понадобятся дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку, а еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный автомат, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!